Здравствуйте, присядьте, пожалуйста. Добрый день. Елена Тарасова, руководитель магазина «Модная школа». Рады опять видеть вас у нас в гостях. Мы сегодня хотим сделать такой видеообзор по скидкам и акциям, которые есть в магазине. Потому что, ну, каждый раз, рассказывая что-то о своем магазине, мы не можем уместить полную информацию, да, о том, что мы можем вообще предложить и показать. Вот, поэтому давайте сегодня сделаем такой видеообзор. Он тоже будет полезен, интересен. И людям, которые уже многие у нас были, эта информация может быть пригодится. Кто вдруг мимо прошел этих акций, есть повод вернуться. Ну, а кто еще не был в магазине, конечно, мы будем вас ждать и будем радовать вас еще какими-то дополнительными вот такими вот сюрпризами по поводу вот скидок дополнительных на какие-то группы товаров. Поэтому... Так, получается, мы ответим еще на вопросы, которые там все чаще всего задавали, да, в комментариях? Да, прокомментируем. Что самое частое вот там вам встречалось? Но люди, которые не были в магазине, а просто видели, смотрели этот сюжет, и, может быть, кто-то не совсем внимательно посмотрел, может быть, такое, может быть, какие-то урывками посмотрел, не до конца. В принципе, мы в конце оговорили все, да, по ценам, почему так, почему такие чеки, могут быть разные чеки, могут быть, ну, как бы, на каждый, можно сказать, бюджет. Вот, но некоторые люди просто писали там по ценам, да, что вот там то. Дорого относительно чего, да, то есть все познается в сравнении, цена, качество, что это, какая модель, какой состав, какая посадка, то есть, ну, это надо все в сравнении. В принципе, люди, которые приходили после сюжета, и их было достаточно количество, они многие уже после выпуска сюжета написали хорошие там отзывы под сюжетиком. Все, кто люди приходили, никто не говорил, что дорого. Вот в этом, понимаете, вот этот вот и диссонанс. Люди, которые не были, могут там что-то сказать про цены такое, что дорого. Но люди, которые приходят, видят, щупают качество, одевают на детей, видят это невероятное вообще, невероятно красивые посадки. И действительно, щупая, трогая материал, они понимают, за что они платят. Вот, и все говорили, что это более чем хорошая цена за такое высокое качество, что... Многие даже говорили, что одевать своих деток намного дороже у себя в регионах. То есть для многих эта цена была еще более привлекательной, чем нежели они привыкли деток одевать у себя в регионах. Вот, поэтому, ну, в остальном, да, по комментариям, которые люди оставляют, многие, конечно, отмечают наш подход индивидуальный к ребенку, то, что у нас можно одеть на разную полноту, на разный рост, на разный объем ребенка. Очень много случаев таких у нас постоянно в магазине, мы каждый день видим, когда приходят, например, крупненькие дети, и мамы сразу приходят с такой прям мольбой и просьбой, нам и жалобой, можно сказать. Начинается разговор всегда так: нам так трудно одеть нашего ребенка, потому что, ну, что-то, если вдруг тут сойдется, то потом там посадка длинная, сильная, или там несуразно сидят брючки, или что-то, или если рубашку одеваем по полноте, рукава сильно длинные, или что-то. Мы всегда отвечаем, что для нас это не проблема и не вопрос. У нас нету каких-то детей особенных, у нас все одинаковые. Почему? Потому что у нас вся одежда отшита в нескольких полнотах. Хоть девочка это придет, хоть мальчик, у нас есть разная одежда именно на таких деток, которые имеют там, ну, больше полноту, чем в стандарте. Но это ничего страшного, для нас это не проблема и не задача, мы одеваем всех. И наша покупательница вот недавно была, сейчас я как раз скажу, очень хорошие, приятные люди, бабушка Алла и внучка Ангелина с Вышестеблиевской. Я ей сейчас сразу передам привет. Вот наша бабушка Алла была очень довольна нашим магазином, потому что вот именно вот с таким вопросом они пришли к нам с Ангелиночкой, но мы так хорошо подобрали всю одежду, и брючки, и жилетик, и юбочку, и рубашечку, что, ну, наши гости ушли настолько счастливые, что, ну, кроме хороших слов благодарности, мы еще увидели счастливые глаза ребенка, который увидел, что она может выглядеть красиво, модно, удобно, комфортно. Ну и, конечно, еще и мы приодели бабушку как раз таки товаром по акции. Расскажите об этом. У
нас есть такая акция, жилеты по 350 рублей, а жакеты по 450, да? Ну, например, да, вот такие вот кардиганы, вплоть до вот таких больших взрослых размеров, то есть можно и мужчину одеть, и женщину одеть. Такие большие роста, до 182, до 188 роста. Материал, что это? Да, это вязаный трикотаж, это шерсть здесь. Здесь шерсть, 30% шерсти. И вот такие вот жилеты, да, которые вот тоже отшиты до вот 52 размер. 104 объем, да, обратите внимание, 164 рост, 104 объем. Цена 350 рублей этого жилета. То есть вот наша бабушка Алла с удовольствием купила себе жилет за 350 рублей и сказала, это будет так мне согревать зимой тело и будет греть мою душу, я буду вспоминать очень добрыми словами ваш магазин. То есть мы можем удивить и порадовать здесь любого человека, кто приходит. Мы в эти жилетики очень многих одевали пап и одеваем, продолжаем одевать, потому что многим папам такой удобный жилет тоже там зимой пригодится и выручит какую-то там погоду знойную. Ну и, конечно же, вот такие маленькие размеры, да, на наших школьников, вот, они тоже присутствуют в черном цвете и есть в синем цвете, но в синем цвете уже больше остались такие подростковые модельки и такие вот большие взрослые жилеты. Но, в принципе, вот на подростка тоже вот такой большой размер. Тут, наверное, 100, вот, рост 182-188, то есть самый высокий парень такой, да, подросток, 182-188, на объем там 80-84, размер 40-42. Вот такой жилет за 350 рублей может прийти, так что у кого есть такой парень, ждем вас в гости. Вот, то есть, но такие вот приятные сюрпризы у нас есть, и давайте мы просто сделаем такой обзор, людям покажем, расскажем, что можно купить у нас с подобной акцией, да, с подобной скидкой. Вот здесь дальше, да, на этой стоечке, жилетики вот такого плана, да, эти жилеты со скидкой 30%, у них цена 900 рублей, можно сказать, по цене рубашки, да. Смотрите, вот этот дизайн жилета, я про него сейчас расскажу, да. Эти жилеты и вот эти вот кардиганы с длинным рукавом, вот это все из одной, да, серии, скажем так, школьной одежды. Вот эту школьную одежду создавал Вячеслав Михайлович Зайцев. Прошу заметить. Это на самом деле так. Совместный проект был разработки вот этой школьной одежды, этого дизайна. Вячеслав Михайлович разрабатывал его вместе с уфимским трикотажем. Фабрика называется «Уфео Уфимский трикотаж». Вот в тот момент я познакомилась и с самим Вячеславом Михайловичем Зайцевым, да, и мы начали сотрудничество с уфимским трикотажем именно по этой школьной одежде, которую он разработал. Быстро расскажу, Вячеслав Михайлович очень давно, еще с советских времен, хотел ввести школьную форму, очень удобные, практичные вещи для наших школьников, чтобы это были удобные мягкие жилеты, кардиганы. В то время, в советские времена, у нас были еще такие шитые, кроеные кители, платья с фартуками у девочек. Но так как он человек мира, и он видел, да, как в Англии носят, да, такие удобные давно уже жилеты трикотажные, как в других странах, там в Японии и везде, он это хотел очень давно вынашивал ввести именно удобную форму в жизнь каждого школьника. И этот проект он создал и воплотили в жизнь вместе с уфимским трикотажем 5 лет назад. Вот, и эта школьная форма во многих регионах России очень хорошо пользуется спросом. У нас многие россияне, которые приезжают со средней полосы России, даже знакомы, узнают эти жилеты, многие носят их во многих городах и с удовольствием у нас покупают их по акции, по скидке, потому что это очень хорошая цена, здесь очень высокого качества материал. Ну, честно сказать, когда я была на фабрике, мне рассказывали очень много про это, здесь используется даже итальянское сырье, итальянский акрил в производстве этой одежды. Так что вот такую вот замечательную, тоже удобную форму в таком стиле российского триколора, да, вот эти краски российского флага, синий, белый, красный, они вот воплотились в этой форме. Можно у нас купить кардиганы и на девочек, и на мальчиков. Ну вот можно сказать, что по цене рубашки жилеты, и по цене, можно сказать, тоже там рубашки, тоже
кардиган, поэтому, ну, вот такой удобный, теплый и одновременно легкий, легкий, потому что очень тонкая вязка, они более легче, ну, как в эксплуатации, более комфортно. Так, теперь, что еще дальше? Там какой-то у вас еще один привет был, давайте еще его сразу озвучим и бумажки уберем. Привет, да. Ой, у нас была очень замечательная семья. Оксана, Алексей, и одевали Анечку из Ставрополя. А мамочка тоже очень просила передать привет и очень давно смотрит канал именно Юра Заровского. И была в восторге, конечно, от посещения магазина, и я ей передаю очень горячий привет. Приезжайте к нам снова. Потом Инга и Наталья из Камчатки просили тоже им передать привет. И Антонина и сын Денис из Томска. Дениска заболел, сегодня мы созванивались с Антониной. Дениска заболел, мы желаем скорейшего выздоровления, ждем вас опять к нам в гости. Оделись все хорошо, но вот такие приветы некоторые попросили передать. Так. Вообще очень приятно, пришли в магазин, да? Мне приветы передают. Да, очень все хотели лично как-то побывать, познакомиться и встретиться, конечно, с Юрой. Ну вот, не всем повезло, но что теперь, будем надеяться, что еще повезет. Здесь у нас, смотрите, вот эта вся, можно сказать, стойка, скидка 30%. Все. Здесь у нас брюки на девочек. Это брюки, стойка девочки, да? Брюки на девочек. Ни в ущерб ничему, ни качеству, ни ткани, ни посадке, ничего. 45% вискозы, зауженные брючки на девочек с 30 размера по 44 взрослый размер. Почему? Они со скидочкой сейчас стоят 1300. Очень хорошая цена на брюки, качество обалденное, вискоза, материал мягкий, очень классно сидят. Вот эти брючки у нас здесь и в сером цвете представлены, и... в черном цвете. Ну, в черном цвете просто немножко отличаются модельки там на малышей, вот, на первый класс. Они по 1100 даже, вот, на малышей, да, на началочку. Зауженные брючки 1100. И также вот подростковые взрослые брючки, вот, 44 размер, да, например, уже взрослые, это можно сказать, да, на меня брючки. Такие вот, на разные роста опять-таки, да, в 44-м есть и на 158, на 164, и на 170, и на 176 рост. То есть это опять-таки наша такая большая сеточка размерная. Вот эти брючки на взрослый 1250. Покупают даже многие мамы, придя в магазин со своими детками. Они у нас покупают на себя с удовольствием брючки. Мы их подбираем, уходят все счастливые. Говорят многие, что им наоборот такие брючки нужны в их жизни рабочие. И с удовольствием, можно сказать, по детской цене приобретают на себя, на взрослого человека, такие брючки. Ну и жилетики черные тоже со скидкой у нас, все моделечки тут все со скидкой 30%. Очень интересные, подростковые, если у кого и детские подростковые, да, вот с пуговкой одной, с двумя, укорочены. Мы их почему здесь держим, потому что очень красиво подобрать, например, брючки, да, и какой-то вот такой вот жилет сверху к брючкам. Получается такой, ну, брючный, да, можно сказать, комплект мы можем подобрать. Вот, подобрать такой комплект очень легко, очень быстро, со скидкой 30%, очень выгодно. И почем такие жилетики? Радует. Жилетики по 800 рублей, вот такие маленькие есть, вот на девочек, видите, такие милые оригинальные жилеты. Фабрика Москва, смена, идеальное качество, мы уже не один раз говорили про Москву, про эту фабрику, великую, просто великую, я обожаю ее, потому что настолько качество, что вот прям не придраться ни к чему. То есть эти жилетики вот у нас от 800 рублей, 800-900 рублей. Видно, в вискозном подкладе очень хорошие, очень удобные жилеты. Так, дальше. Самые главные вопросы были как раз таки к рубашкам. Ой, рубашки. Самые дорогие, говорят, Ярославу взял. Я, знаете, такой вопрос задал. Вот мне Ярику понравилось. Если вашему ребенку понравилось, он готов был это носить, вы бы сказали, мне дорого. Да. Ну, Он сказал, пап, ты чё? А вы знаете, у меня три дня назад была замечательная семья из Подмосковья. Одевали трех сынишек. Маленький собирался в детский сад.
средний ребенок собирался в первый класс, и подросток уже он такой, ну, выпускник, уже 9 класс. И вот мама с вот таких 3 маленьких деток одевала в наши брючки, в наши рубашки. И мама взяла все рубашечки, вот как мы подбирали Ярику. Она сказала, вы что, такие рубашки, да такое качество, это очень недорого. И она всем 3 деткам по 3 рубашки взяла по 1,5-2 тысячи. Но у нас-то есть еще и другие варианты, да, то есть это дело выбора каждого и дело вкуса каждого. Конечно, по своему бюджету тоже каждый должен рассчитывать. У нас есть очень, я сейчас покажу, да, на акции очень хорошие рубашечки. Вот, например, в маленьком размерчике здесь у нас она, или мы ее продали уже. Мы продали? Нет, не продали. Нет, не продали. Вот, например, в маленьком размерчике я ее покажу, да? Вот, хорошие рубашечки, 70% хлопок, 500 рублей. Ни в ущерб качеству, ничего. Просто это наше, такая, наше желание, такая наша акция проходит на эти рубашки для того, чтобы, ну, там, да, освободить место, может, для новинок, для каких-то новых моделей. Но ни в ущерб, ни крою, ни качеству, ничего. Вот, сейчас я покажу точно такие же рубашечки подростковых размеров на большие взрослые подростковые ворота. Тоже по 500 рублей. Вот, например, вот они, да? Они есть в хороших подростковых размерах, хороших, 37 ворот, 38, 39, в 3 цветах. Вот, посмотрите, взрослая рубашка, взрослая, белоснежная, 70% хлопка. Роста тоже до 182 роста. Вот что рост. За фирма? Это Ивановское производство, город Иваново, рубашки. Это вот производитель, который нам отшивает брючки. Угу. Вот. У нас же все российское, поэтому ну, вот где-то рядом тут отшили. Обязательно у нас где-то в нашей России замечательно. Вот, рубашечки, все, воротнички, стоечка хорошая, все, очень крепкие манжеты, пожалуйста. На подростков 37, 38, 39 ворот, до роста 182. Это белый цвет, это цвет шампань, это персиковый цвет, да, тоже многие ребята, подростки, очень хорошо относятся к этому цвету и берут даже как ее нарядную рубашечку. Мы к этой рубашечке подбираем какой-нибудь в цвет бабочку, аксессуар, то есть мы любую рубашку, хоть за 500 рублей, хоть за 1000, хоть за 1500, хоть за 2, мы всегда можем обыграть любыми аксессуарами, дополнить ее образ или какой-то нарядной жилеткой, или каким-то нарядным аксессуаром, галстуком, поэтому... Ну, как бы вот, если кто-то хочет, скажем так, какой-то товар по акции, пожалуйста, мы всегда знакомим в магазине, показываем, рассказываем, и вот выбор есть, поэтому приходите. А, дальше что у нас? У нас есть... Идемте. Куда? Да, да, у нас есть вот такие вот еще жилеты по акции. В нашем анапском сером цвете, мы верх используем в школах серый цвет, вот мы показывали вот такие кардиганы, да, как на Ярика мы подобрали в прошлый раз. Вот здесь еще у нас есть на акции в этом сером цвете вот такие вязаные жилеты. Они тоже по 800, по 900 рублей, тоже есть вот такие взрослые, большие подростковые размеры. И есть такие же вязаные, теплые, вот взрослые, пожалуйста. Можем вот хоть на мужчину какого-то... крепкого даже телосложения подобрать, больших размеров. У нас есть до 52 взрослого размера. Вот такие кардиганы, вот у них цена 1200. Ну, то есть по цене рубашечки тоже вот такой теплый, 30% шерсти кардиган. Это тоже все производство Уфимский трикотаж. Вот, кардиганы очень удобные. Многие, кто работает, имеют деловой стиль в офисах, мужчины. У нас, честно сказать, одеваются. У нас рубашки до 43-го ворота и брючки до 56-го взрослого размера. И у нас есть клиенты, я не могу там раскрыть, кто они, но у нас есть такие клиенты, солидные мужчины приходят, мы их одеваем очень хорошо и подбираем вот такого плана и кардиганы на зиму, с удовольствием все носят, и жилетики. То есть у нас не детский магазин, еще раз, да, вот хочется все время это повторять. Не ломаем стереотип, что школьная форма — это детская одежда. Нет. Школьная форма – это детская, подростковая и взрослая одежда, потому что у наших старшеклассников, да, разные тоже размеры, фигуры, и мы должны обеспечить всех хорошей качественной одеждой. Поэтому у нас взрослая одежда, мужчина, парень любого размера,
пожалуйста, мы приглашаем, оденем с иголочки, будут все красивые. Ценник на вот эти вот вещи не озвучили. Ну, жилетики вот 800-900 рублей, сказала по акции, а кардиганы 1200. Остальные здесь вот изделия, вот эти все пошиты, они не акционные. Они вот все наши жилеты, кардиганы, пошитые, костюмного плана, мы про них говорили. Там жилеты 1200 на мальчиков, 1200, там 1500, в зависимости от материала. Вот это 100% хлопок, это жилет, да, который мы сочетаем вот с брюками, которые были на Ярославе. Кто помнит, да, мы там хлопковые брючки. А, на Ярославе мы черные одевали. Да, черный, стоп, да. Вот такие хлопковые брючки, они как джинсики садятся. Вот они без стрелочек. Это 100% катон. У нас многие мальчишки уже в них щеголяют. Многие покупают. То есть вот под эти брючки со 100% хлопка вот такой вот жилетик. Ну, соответственно, да, вот, ну как, какой состав, какие брючки, какая посадка, от этого цена. Но цены очень хорошие. Ну и жилетики мы все такие с вами смотрели. А на Ярославе, по-моему, нет, да? Нет, у него был кардиган. А, кардиганчик был. Ну вот из такой же серии у нас эти жилетики, 65 хлопка, очень дышащий, комфортный материал. Цена 1250 жилетиков таких. Вот. Ну и в основном, конечно, тут серый цвет, но для наших отдыхающих также популярно, очень пользуется синий цвет, да? То есть этот трикотаж, вот этот комфортный, он в двух цветах, в синем и в сером. Потому что средняя полоса России, у нас все приходят, говорят, нам нужна синий цвет. Так, пожалуйста, мы всех любим, всех ждем, всех приглашаем. Вот завезли, уже новый завоз у нас брючек. Тоже вот эти зауженные брючки, без стрелочек. Удобно, можно подкрепить это все кардиганчиком, рубашку на любой вкус и цвет подобрать. Очень удобно, очень мило, все в синем цвете. Также для всех наших гостей города-курорта Анапы у нас подборка размеров есть, без проблем, все это сделаем. Девчонки в синем цвете у нас представлены, мы не сильно подробно говорили о девочках, да, вот, да, целая стойка синих юбок до 52 взрослого размера. Ну, можно тут тоже бесконечно что-то говорить и рассказывать, но смысл ли есть, да? Может, какие-то просто там моделечки там повыбирать, показать на любой вкус и цвет. И цены интересуют. Ой, эти юбочки 1300, 1400. Вот 1300 это юбочка на утяжечке здесь. Удобно для, если младшего звена, такие модельки это по утяжечке. Очень комфортные. Есть там любые кокетливые с бантиками модели, как бы на запахе такая юбочка, да? Девочки, кто хотят уже быть постарше, например. Взрослые размеры там у нас до 52, но мы тут на маленькие, потому что самые популярные у нас клиенты, малыши наши дорогие. Вот просто, да, юбочка такая, стиль современный уже такой, более взрослый, карманы, тут такие пуговицы металлические, похожи на клепочки, да, но одновременно сзади утяжка сделана для того, чтобы удобно было на талии девочки такую юбочку посадить. Но у нее уже совершенно такой современный стиль. Цена? Вот. Цена. Сейчас, секундочку. 1350. А девочка, которая еще хочет побыть, например, еще такой маленькой, милой и кокетливой, пожалуйста, юбочка такая пышная, выполнена полусолнце, тоже 1350 с кармашками. То есть девочка приходит, если за каким-то таким стилем, еще я девочка такая романтичная, маленькая и такая игривая, или девочка приходит, говорит, я уже немножко повзрослела, мне надо более взрослую какую-то модель, мы вот так вот варианты раз мы можем предложить. Но моделек вот очень много, и удобные, практичные юбочки на запахе, которые тоже удобно под любую полноту отрегулировать. Вот, ну, вот это вот все, вот изобилие, скажем так, это все изобилие наших, для наших гостей, из, скажем так, центральной полосы России. Сарафаны представлены больших, вообще в большом ассортименте. 1800 рублей сарафаны, что-то тут у нас повисло. Тоже разные стили, кто хочет поудобнее, кто хочет попрямее, кто хочет попышнее, кто хочет посовременнее, но кто хочет покомфортнее, например, да, вот этот сарафанчик, трикотаж, плотный, хороший, мягкий, удобный трикотаж. То есть продолжается серия удобного трикотажа, да, то есть
и стильно, и модненько скроен, да, с замочком, с кармашком, с таким. Цена, по-моему, у него 1600, нет, 1800. Вот, тоже, да, удобный, хороший, практичный трикотаж. То есть, ну, модельки, опять-таки, да, но на любой вкус и цвет. С трикотажа еще выполнены, еще есть дополнительно другие там моделечки. И вот это на малыше, вот трикотажная моделечка с поясочком. У нее такой поясочек тут еще большой, широкий. Вот, то есть вот это вот все такое удобное дальше продолжение рассказов о трикотаже. Сарафаны до 38-40 размера. Кто хочет повзрослее, пожалуйста, сарафаны какие-то более прямого силуэта, более комфортные, более удобные. Вот из такой же серии сарафанов, пойдемте сразу продолжим, да, я сейчас покажу. Здесь у нас по акции, кстати, да, у нас вот здесь продолжается акция, товары по акции, вот стоит стойка 30%. У нас есть, например, дополнение, да, к тем серым, ой, синим юбочкам, к синим сарафанчикам, вот такие вот эти жакеты, они по акции тоже со скидкой 30%, цена у них 1200 рублей. Можно сказать, по цене блузки можно купить, ну, уже такой на подкладе, более теплый жакет. Такие жакеты есть и в синем цвете и в сером цвете. То есть вот, да, для наших местных и для наших гостей отдыхающих. На серый тоже скидка? Да, да, да. На серый. Почем они? По 1200, так. И вот такая еще моделечка есть с круглым вырезом, чуть-чуть другого варианта, жакетик, тоже со скидкой 30%. Но и есть еще всякие разные жилеты со скидкой 30%, например, вот такие на малышей. Ну, малыша тут, такой почем? Тут еще на девочек еще куча всяких жилетов на разный фасон, тоже на разную модель. Они по 800 рублей, по 800-850 рублей, в зависимости там от размера. Вот, поэтому, ну, вот одевая хоть серым, хоть синим, всегда можно найти товар со скидкой по акции, там подобрать или жилет со скидочкой, или кардиган, или жакет. Здесь точно так же есть эти все жилетики в синем цвете, да? Вот в синем цвете они также идут со скидкой. То есть детвору одеваем в нужном цвете, подбираем кучу вариантов и товары по акции в том числе. Я хочу вот тут вот на этой стойке, да, остановиться, почему сейчас немножко, мы прям быстренько. Здесь у нас представлена одежда второй полноты, да, для деток, которые именно приходят с таким вопросом: нас трудно одеть. Ну, подберите нам, пожалуйста. У нас есть здесь вот целый ряд на один размер. У нас целый выбор юбок с кармашками, попышнее, попрямее, на запахе. Еще одна моделечка есть, да? И есть вот такие варианты к ним жилетов. То есть эти вот все изделия раскроены во второй полноте. У них на более меньший рост, вот этот размер на рост 152, размер 88, взрослый. То есть 44 размер, но он в более меньшем росте, чтобы можно было очень, да, правильно одеть, с любой юбочкой подобрать один или вторую модель жилета. И при этом девочка, которая, скажем так, среднего роста, где-то вот так мне, и имеет полноту 88, комфортно будет выглядеть, и посадка будет именно правильно. Талия на талии, длина юбочки будет соответствовать и все прочее. Эти все изделия во второй полноте у нас есть с роста 128, объема 72 и до 104 размера, 52 взрослый. Вот. Такие сарафаны, да, вот обратите внимание, раскрой именно на зону животика, да, более шире. Вот, это специальные такие модели, разработанные конструкторами именно для того, чтобы девочки, которые имеют какой-то объем в районе животика, комфортно именно могли одеть себе любой сарафан или жилет, или юбочку, нигде их ничего не стесняло. Вот это наша стойка, которая пользуется спросом как у местных, потому что серый цвет есть, так же и у отдыхающих, потому что все эти изделия есть в синем цвете. То есть очень удобно прийти, можно сказать, со своим каким-то вопросом, независимо от того, где вы проживаете. Если здесь у нас в Анапе, мы серый цвет предложим, если вы приезжие, наши гости Анапы, мы предложим вам эту одежду в синем цвете. Но еще есть школы и регионы, которые еще носят черный цвет.
И мы эти же изделия предлагаем, да, вот в таком вот, ну, это такой темный цвет графит, он почти как черный. Очень хорошо тоже. И третий цвет у нас этот пользуется спросом. Поэтому мы стараемся реагировать всегда на спрос покупателя. По цене. По цене. Цена, между прочим, на эти изделия очень хорошая. Вот эти вот жилеты с 36 размера по 52 стоят 1200. Большие размеры, взрослые. Юбочки стоят 1300, да? Вот все вот эти юбочки, которые я показывала, 1300. Сарафанчики у нас стоят 2000. Вот в таких больших объемах, полнотах, очень хорошие, удобные, комфортные сарафаны. Что у вас людей все больше будет? Да, у нас сейчас уже начинается время час пик, поэтому к нам сейчас и наши гости захаживают, кто уже на море покупался, уже идут. Вот и наши местные покупатели, конечно, к нам идут целый день. Я напомню, что мы работаем до 10 вечера каждый день, поэтому если кто-то планирует свой день, можете планировать с учетом этой информации, то есть можете гулять, отдыхать, и до 10 часов вечера мы работаем. И еще есть у меня такая важная информация для тех, кому интересен наш ассортимент, наш магазин, наш товар. Пожалуйста, подписывайтесь в Instagram на «Модная школа Анапа». Для чего? Мы планируем сделать интернет-магазин со своим товаром, потому что мы очень часто слышим от наших особенно гостей, Анапы, от отдыхающих, что мы будем делать без вас год, мы сейчас так хорошо, вот, комфортно одели своих деток, а вдруг там вырастут после Нового года и что-то хочется прикупить, но у нас нету такого качества, у нас нету таких брючек, таких замечательных блузок там, или рубашек. Вот. И мы вот слушаем это все и думаем, да, пора открывать интернет-магазин, потому что многие люди именно нуждаются уже даже в этом, для того, чтобы удобно было с нами связь поддерживать еще в течение года, не только летом, когда люди здесь отдыхают, но еще в течение учебного года. Поэтому подписывайтесь на «Модную школу Анапа», мы там будем делать анонсы, и как мы только его запустим, мы дадим всем там ссылочку, информацию, и можно будет свои любимые какие-то понравившиеся уже вещи, модельки заказывать у нас, вплоть вот до всех мелочей, наших замечательных шапочек, польских аксессуаров, помимо школьной одежды. Вот, поэтому такой анонсик, я воспользуюсь, наверное, ситуацией. Угу. Так, еще сделаю. Прям секундочка. Вот, допустим, про мужские рубашки мы поговорили. Есть ли такие же цены на блузки? Да, кстати, Юра, спасибо. Я уже забыла, просто всего много. У нас вот, кстати, акция по 500 рублей рубашечки. По 500 рублей. Очень удобные размеры, да? Например, 164 рост. 76. Это уже на девочек. Это правильно? На девочек рубашечки. И здесь, Юра, 80%, 70% хлопка. Очень хорошего качества, тоже смена. 70% хлопка. Очень хороший эластан. Тянется. Удобно, очень база под сарафаны. Очень хороший такой материал. Мягкий, комфортный. Эластан, хлопка там 70%. Вот как база под сарафаны или под жилеты, когда берут, да, жилет скрывает блузку полностью. Остается что-то там, воротник, рукавчик или что-то. Вот как база под жилеты или просто под юбочки, конечно, бога ради, хоть под что. Но мы рекомендуем как базу именно под второй слой, жилет или сарафан. Вот эти все блузки, все по 500 рублей у нас. И плюс у нас есть вот такие вот костюмы по 500 рублей на девочек. 30-е. Сейчас хочу какая-то, может быть, более расстегнутая модель. Такие комплекты, костюм с юбочкой, такой юбочка-баллончик, такая интересная, скроена на таком манжете, и такой вот жакетик. Вот для гостей, для наших в основном, у кого еще в школе пользуется черный цвет, у нас вот такие вот костюмы с таким, знаете, рукавом Коко Шанель, извините, 7/8 длина. Такой с интересным таким воротником. У нас такие костюмы тоже полностью комплект. Юбка и жакет 500 рублей. Вот. Так, ну, это... по блузкам ассортимент очень большой, очень разнообразный. Мы сегодня говорим о акциях, угу. Поэтому, я думаю, мы не будем в эти дебри влезать. Моделек очень много.
и удлиненные модели под рубашки, и стиль, конечно, я, Юра, можно одну просто достану, просто одну блузку, которая просто дикая, популярна, с лисичками, помогите найти. Лисички? Лисички! Девочки, помогите мне с лисичками найти блузку, а? Лисичек, возможно, в 42 не будет, 40 точно нет. У нас тут лисички, реснички, чего только нету. Просто блузки улетные, улет побольше. Она большая. Ладно, сейчас это покажу с кошечками. Девочки, найдите лисичек, пожалуйста. Может быть, 40. Уже даже лисичек, наверное, разобрали. Ну вот, например, да, блузки свободного такого кроя, оверсайз, вот с такими игривыми вышивками. Тоже цена 1350-1450, 72% хлопка, эластан, все очень комфортное, очень удобное. Вот такие вот блузки с ресничками, да, и вот такие вот такого плана блузки вот с кошечками. Но у нас еще такие блузки с лисичками были. Неужели во всех размерах закончит? Видите, как у нас популярная. Очень популярная. Вот она есть. Посмотрите, какая игривая блузочка с такими лисичками на вороте. Правда, вот видите, мне тяжело было найти. Уже раскупили во всех размерах. То есть вот такие игривые, классные блузки. Есть и романтичные какие-то, и какие-то вот такие вот необычные. Но тут в блузках, конечно, у нас просто... просто рай блузочный. У нас девочки в блузках, ну, честно могу сказать, по часу могут стоять в примерочной и из этого большого ассортимента, скажем так, выбрать какую-то одну нужную или две. Но, как правило, берут, честно сказать, 4-5, потому что невозможно остановиться. Вот для малышей такие со съемными жабо красивые блузочки под сарафаны, очень красиво, потому что оформлен красиво рукав и зона именно воротника же. Цена 1200-1300. У нас блузочки нету дороже 1500 на подростков, там уже больших размеров. У нас малыши, все блузочки начинаются от 900 рублей. От 900 рублей какие-то вот такие вот блузочки по 900 рублей. А вот эти вот блузочки, которые тут больше хлопка и эластана, они уже идут 1100, 1200, 1300. Дороже нет вот тут вот в этом ряду. 1450 у нас есть в спортивном стиле тоже. Тоже блузка, да, вот как у нас Яночка сейчас была, да, любит спортивный стиль. Вот такие рубашки, да, вот с такими оверсайз, это размеры, модели такие, оверсайз. Я вытащила ее с размера 40, это худенькая девочка, но ширина, видите, какая блузки. Это модель оверсайз. Вот такие вот спортивные резинки, например, да, на ней очень интересно выглядят. И оверсайз, еще у нас блузки есть с полосой по спине, с такой спортивной. Юра, тоже, наверное, сейчас вообще не найду. Ты представляешь, все продали. Спортивные блузки с полосой на спине уже даже в размерчиках я не вижу. То есть на разный стиль девочки приходят, которые хотят какую-то романтичную блузку, да, с таким рукавом, если... Вот. С таким широким, свободным оверсайз рубашка, но стиль такой более романтичной девочки, да, и оверсайз рубашка для девочки спортивного такого склада, да, то есть кому как. Эту можно и под юбочку красиво заправить, эту только с брючками, конечно, но некоторые с юбочками пышными на запахе такими тоже ее одевают, то есть на выпуску так это одевают ее под заправочку. Так что блузочки у нас в очень большом ассортименте и очень богатом таком выборе. На самом деле, что говорить, людей очень-очень много. Так, ну и давайте, я думаю, мы рассказали все. В завершении просто опять адрес, номер телефона. Крымская, 100А, автобусная остановка, кто едет на общественном транспорте. Астраханская, пересечение с улицы Астраханской.
Магазин работает с 9 утра до 10 вечера. Это регламент работы августа. В сентябре мы будем покороче рабочий день делать. Значит, все вопросы, какие, если есть, вы можете задавать через Инстаграм «Модная школа Анапа», подписывайтесь, либо звонить по телефону 918-388-9643. Я лично отвечу на любые ваши вопросы. И нам, да, часто после сюжета спрашивают, задают вопросы, прежде чем ехать, бывает, напишут или позвонят, а вот это есть? Без проблем. Мы ответим на любой вопрос, чтобы вы уже 100% знали, тратить вам время или нет на наш магазин. Спасибо. Друзья, мы ждем ваших комментариев. Также подписывайтесь на канал. Я думаю, дальше будет еще больше интересно. Всем пока-пока. Пока.